Александр Михайлович, верно ли говорят, что серия побед, она не меньше давит на команду, чем серия поражений? Я не знаю, верно, неверно говорят. То есть, победы, они, конечно, всегда радуют, но у ребят появляется уверенность. И видно уже, что после вчерашнего поражения они сильно были разочарованы. То есть, уже они, так скажем, у них где-то, может быть, вырабатывается это, дух этот, что они не любят проигрывать. Ну, не знаю, пословица, но я скажу, что мы по вчерашней игре коротенько, что мы провели неплохой матч. Да, это сработали две ошибки, которые привели к необязательным голам. Так что ничего страшного. После игры с ребятами поговорили в раздевалке. То есть на положительном таком, скажем, на положительных тонах, что ребята, все нормально, готовимся к матчу. То есть злые, с настроем выходим. Я думаю, завтра будет все нормально. За счет чего завтра можно и нужно выигрывать хорватов? За счет работы. Я еще раз говорил, работа, она за счет хорошей работы, за счет тех моментов, хоть они, так скажем, можно сказать, ключевые, не только хоккей, это силовая борьба, то есть ловля шайбы на себя, самоотверженность. То есть за счет вот этих моментов, большинство, плюсы за счет работы. Потому что, еще раз скажу, у нас команда, именно мы должны выигрывать команды. Индивидуально сильных игроков не так много. То есть за счет индивидуальности в командных видах спорта большого не достигнешь. Какие-то позиционные планируются изменения на завтрашнюю игру? Ну, скорее всего, изменения будут в обороне. Сейчас мы еще, сегодня не буду, так скажем, на 100% говорить, но планируем Илюха Хохлова пустить в состав, может где-то отдохнет, ну не отдохнет, немножечко перезагрузится Вадим Кудака. То есть все-таки, ну ничего страшного, опять же говорю, парень молодой, то есть свойственно допускать ошибки. Ну, плохо, что, конечно, в ключевых моментах они допускаются, так скажем, в ключевых моментах матча, но вот это, я думаю, единственное изменение будет. В целом, еще раз говорю, команда сыграла неплохо.